камень его валентности в еврейском законе. Один из основных вопросов, касающихся еврейского закона, это то, из чего сделан еврейский закон. То есть, каковы его форма и материал. Всем хорошо известно, что скрижали завета, или Лухот Брит, Лухот Ха-Эдут, скрижали союза, скрижали свидетельства, были даны Моисею на горе Синай и были написаны рукой самого Всевышнего с обеих сторон. Согласно еврейским мудрецам Хазаль и мудрецам Талмуда, то есть речь идет о периоде с 3 века до нашей веры, до нашей эры, до конца 4 века нашей эры, эти скрижали представляли собой две прямоугольные, квадратные, точнее, пластины размером 6 на 3 тевахим. Тевах – это древнееврейская мера длины, равная 9,6 сантиметрам или 8 сантиметрам, то есть приблизительно 60 на 30 сантиметров каждая пластина. Сложенные вместе, они образовывали правильный квадрат, точнее куб, форма с закругленным верхом, которая нам хорошо известна по многочисленным изображениям в синагогах, гораздо более поздняя и появилась она только в Ренессансе. Особое внимание мудрецы Талмуда уделили материалу, из которого были сделаны скрижали. В талмудическом трактате Тосефта утверждается, что скрижали завета были сделаны из части камня основания, Эвенаштия, того самого камня мироздания, которое было первым творением Господа в мире и использовалось им как аттрактор, вокруг которого вся Вселенная или все Вселенные и были образованы. Камень мироздания, который можно видеть и сейчас в мечети Амара, в Кипата-Села, изначально поднимался на 3 пальца из земли и находится по сей день на горе Мория, от глагола древнееврейского «лер-от» – «видеть». Материал этого камня разнородный. Большей частью это гранит. Однако в нем есть многочисленные вкрапления. И хорошо видно по низу камня основания, что там есть вкрапления синего и зеленого цвета. Мудрецы Талмуда полагали, что скрижали завета были сделаны не просто из гранита, а из гораздо более драгоценного камня, подобно тому, как выглядит пектораль, то есть четырехугольный нагрудник, являющийся наперстником первосвященника, в котором мы видим 12 камней, расположенных по 3-4 ряда. Во втором ряду находится сапфир. Так вот, мудрецы Талмуда полагали, что именно из сапфира были сделаны скрижали завета. Другая версия, что они были сделаны из ляпис-лазури. И если мы сейчас представим себе, что Моисей спускался с горы Синай, получив скрижали завета, и лицо его, как известно по танахическому преданию, светилось, то очевидно, что часть этого света исходила из того сияющего синего сапфирового куба, который он нес в своих руках. И более того, были дополнительные блики от написанных на этом кубе букв 10 заповедей, Асерет Диброт. Таким образом, дарование закона происходило непосредственно, через непосредственный контакт камня и человека. Одним из важных признаков еврейского закона является передача той особой силы закона, которой наделяются только избранные, в частности, Моше, Моисей. Как мы знаем, первые скрижали завета были разбиты Моисеем после того, как он спустился с горы Синай и увидел золотого тельца и поклонение ему. Представить себе, что обыкновенный человек может разбить сапфировые скрижали или скрижали из ляпис-лазури размером 60 на 60,
достаточно трудно. То есть очевидно, что это соприкосновение с камнем давало ту самую силу, которая осталась в обломках скрижалей Завета. Не случайно они были помещены в ковчег Завета вместе с новыми, дарованными Господом и написанными им заново скрижалями. И воины, отправляющиеся на войну, брали с собой именно эти осколки первых скрижалей Завета для того, чтобы победить в сражении. Если мы попробуем поискать другой пример получения удивительной, вот этой необыкновенной физической силы еврейского закона, то одним из наиболее ярких персонажей, которые получили такую мощь, был праотец Яков, также узревший Господа, и путем узрения и соприкосновения, через соприкосновение с камнем, он получает именно такую физическую мощь. Она первый раз проявляется в том, что он с легкостью снимает огромную тяжелую каменную крышку с колодца, чтобы напоить овец своей суженой Рахели. Крышку эту, согласно опять-таки танахическому преданию, могли снять только все пастухи всех стад Лавана, когда они одновременно собирались у колодца на водопой. Согласно одному наиболее авторитетных комментаторов Танаха Раши, этот камень, закрывающий колодец, символизирует не только мощь еврейского закона, но еще и силу того обещания, еще точнее, силу любви Якова к Рахели как Божьего избранника и силу его чресел, которые смогут населить всю еврейскую землю и снять камень бесплодия с прекрасной Рахели. То есть все произойдет именно так, как обещает Всевышний. Необыкновенная физическая сила обретается Яковом, как известно, после того, как он спит на камне по дороге из Бершевы в Харан. Во время своего изгнания, ухода из Бершевы после получения благословения отца, он должен отправиться к Лавану, брату Рахели, для того, чтобы жениться на его дочери. Но внезапно, в неположенный час, как говорят комментаторы Торы, заходит солнце, и, боясь диких зверей, Яков должен вознести молитву и охранить себя от диких зверей. Он собирает мелкие камни, согласно одному из апокрифов Талмуда, складывает их в сделанный им жёлоб вокруг своей головы, и внезапно эти осколки камня собираются в какое-то единое целое, в тот самый камень, который становится его изголовьем, согласно танахическому сказанию. Мудрецы Талмуда утверждают, что эти мелкие камни есть не что иное, как части того же самого камня мироздания, то есть камня закона, и они волей какого-то удивительного сакрального притяжения и собираются в какое-то единое целое для того, чтобы передать Якову эту силу. Таким образом, мы видим, что сила передается через контакт головы Якова с камнем основания, с камнем закона, а его тело, как пишется в Танахе, становится символом земли Израиля. Твои потомки будут многочисленны, как прах земной, и ты раздвинешь свои пределы на море и в пустыню, на север и на юг. Я перевожу дословно. Таким образом, перед нами возникает многосоставный имидж Якова. Голова его становится подобной камню мироздания, тело самому Израилю, а сам Яков при этом обретает необходимую божественную мощь. Любая трансформация камня основания, таким образом, любой его кусочек имеет одинаковую силу, которую он способен передавать. Причем это может быть отдельный камушек, который, например, кладется на могилу до сегодняшнего дня как знак соединения разных миров, соединения с памятью предков.
Это может быть рука, как память об этом камне. Не случайно название известного мемориального комплекса жертвам еврейской катастрофы «Яд Вашем». Яд на иврите – это рука, и одновременно это память. Память и имя. Это выражение взято из книги пророка Исаии, где написано: «И дам я им в доме моем и в стенах моих память и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Рука, камень и вечное имя соединяются в единое представление о законе. На могильных камнях можно увидеть изображение открытой ладони или изображение на могилах коэнов двух открытых ладоней, так называемое благословение Аарона. В том случае, когда потомкам, первосвященникам не разрешается приходить на кладбище, наступать на могильную землю, тем не менее благословение еврейского закона постоянно с ними присутствует на тех камнях, которые сопровождают их души после смерти. Еврейский закон предполагает не только существование камня как части целого, как воплощение закона, но есть многочисленные валентности этого камня закона, например, внутри и снаружи. Во сне Якова камень под его головой раскрывается наподобие раковины. Из этого камня поднимается лестница в небо. Идет она, согласно, опять-таки, мудрецам Талмуды, по диагонали. Ее начало относится к Бершеве, откуда вышел Яков в свое путешествие. Середина находится там, где он возлежит на камне напротив Иерусалима, в месте, которое сначала называлось Луз, и которому он дал название Бейт-Эль, то есть Дом Бога, а конец этой лестницы уходит в небо. Лестница, поставленная на камне, светится. Светится от присутствия ангелов, которые по ней поднимаются и опускаются, и от присутствия Всевышнего. Таким образом, мы видим воплощение принципа, греческого принципа анукату, платонического принципа, впервые в Танахе. Всевышний провозглашает именно с этой лестницы закон Якову, который заключается во всех его собственных будущих действиях и действиях его потомства. Надо сказать, что вот это раскрытие камня под его голову, под головой Якова, как раковины, невероятно пугает очень молодого тогда человека, собственно говоря, молодого человека, только достигшего совершеннолетия. Он просыпается в священном ужасе от этого сна, на уже захлопнувшемся камне, в темноте, перед рассветом. И он говорит, что этот камень есть не что иное, как врата небесные. И поэтому он ставит этот камень как знак союза со Всевышним, памятник, мацева, и возливает на него оливковое масло в знак освящения. Слово мацева здесь также очень важное. Памятник, мацева – это общее обозначение еврейских памятников, как раз на котором изображается и открытая рука Хамса, и обе руки благословения коэнов. Но помимо всего прочего, слово мацева, образованное от глагола «ляцив» – «ставить», «устанавливать», имеет однокоренным слово «цав», что значит «черепаха». Черепаха с ее каменным костяным панцирем и живой серединой. И вот это представление о еврейском памятнике мацева, который каменный и твердый снаружи, и живой, несущий какую-то удивительную сущность и силу изнутри, сохраняется. Вот эта живая середина есть не что иное, как спрятанная сила еврейского закона. Конечно же, очень важен вопрос, из чего она состоит.
В чем заключается природа еврейского закона или еврейского камня? Камень на иврите «эвен» – «алев бет нун». Можно сравнить аккадское «авну», арамейское «авна» или угарийское «авн». В еврейском фольклоре, насколько мне известно, нет мифа о сотворении мира, в нашем случае мира как закона, из молока или творога. Но такая возможность присутствует в самом слове «эвен». Сравни «лаван» – белый, или «лебен» – творог. Во всяком случае, очевидно, что мир в еврейском законе творится из какого-то теплого, внутреннего, белого составляющего. Можно здесь вспомнить об имени Тестякова – Лаван, что и означает «белый», который, хотя и преследует Якова после его бегства с женами и детьми в землю ханаанскую, тем не менее оказывается остановленным Всевышним и заключает с Яковом договор, союз, в знак которого опять-таки ставится Мацева под названием Галь-Эд, гора свидетельства. Не могу не привести здесь один из таких замечательных примеров, каким образом ивритские поэты, переводчики используют вот эти сказания о камне, законе при переводе русской поэзии. Так, например, Авраам Шлёнский переводит стихотворение Пушкина и первую строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» как «Хекамтили галь-эд». То есть речь идет об установлении того самого галь-эд, горы свидетельства, который ставят Лаван и Яков на границе между Хараном и Эрец-Исраэль. Во всяком случае, очевидно, еще одна очень интересная вещь, а именно родство существительного «эвен» – «камень» и представление о творении, строительстве и законе. Строить на иврите «ливнот». То есть мы видим те же самые буквы корня, да, которые нам нужны, бет и нун. Идея восстановления первозакона, строительства нового храма, в данном случае третьего храма, ее включает. Так на еврейский Новый год, Рош ха-Шана, евреи всего мира произносят «Лашана хабаа беушалаем хабнуя» – «На будущий год в отстроенном Иерусалиме». Имеется в виду обрамленный в камень святой город, который должен возникнуть опять-таки в пространстве мироздания. Отсюда, кстати, современный закон об обязательной облицовке всех строящихся в Иерусалиме зданий иерусалимским камнем, видом доломита. И отсюда, кстати, отличие иерусалимского Баухауза от белого тель-авивского Баухауза. Иерусалимский камень блестит на солнце, поэтому у всех, особенно впервые приезжающих, а точнее восходящих в Иерусалим, потому что нельзя приехать в Иерусалим, в святой город, а нужно только взойти, лалот лирушалаем, возникает ощущение светящегося города. Таким образом, мы видим связь между городом, светом, камнем, воплощением божественного закона, который напоминает, наверное, нам о знаменитой картине Магритта, и представлении о еврейском камне. Большое спасибо.